Без музики життя було б помилкою. Фридріх Ніцше. Відомо, що в музичному мистецтві одні інструменти грають мелодію, а інші їм акомпонують. Крім цього, є й такі, які створюють певний ритмічний малюнок, тобто різноманітні барабани та перкусія. На мою думку, десь посередині між акомпанементом та ритмічними інструментами знаходяться баси, які здатні підсилити будь-який колектив. Сьогодні ми поговоримо про бас-гітару і її внесок в музичне мистецтво світу. Назва цього інструмента із чотирма струнами говорить сама за себе. Це різновид гітари, який виконує басову функцію, наприклад, в естрадному оркестрі, джазовому ансамблі чи рок-колективі. На перший погляд, інструмент, який ми збираємося дослідити, це спрощений варіант звичайної електрогітари. Отже, спробуємо розібратися, чи це дійсно так. Давай все по черзі. З чого почалася історія бас-гітари? Ну, где-то в 20-е годы джаз-музыка начала очень сильно развиваться, и появлялись банды, джаз-бенды. Им нужно было ездить по городам, гастролировать. А раньше до бас-гитар, как бы, это был инструмент такой контрабас. И в основном ездили с контрабасами группы. Ну, это просто человек. Это такое существо, которому хочет упростить всегда себе жизнь. Ему нужно упрощать. Вот поэтому я представляю сейчас какой-нибудь здоровый рок-фестиваль, где там 40 групп, и там каждый бас-гитарист с контрабасом. Я то по два. Ну дайте, где мне стать, тут контрабас поставить. Ну вот поэтому и люди начали, хотели уменьшить контрабас, сделать бас-гитару, ну как бы по подобию гитары. Сделать бас-гитару, чтобы просто было удобнее ее возить. Ну и плюс контрабас, да, он объемный, тяжелый, и его всегда вызвучивать надо. Либо микрофоном вызвучивать, либо так, когда на сцене стоит, там, в залах, очень, ну, он тихий, его всегда надо вызвучивать. Наскільки я зрозумів, контрабас не було чути десь на задніх рядах в залі, да? І виникла потреба просто підсилити звучання інструменту. Що зробили для цього? Контрабас вообще хороший инструмент, и бас-гитары в тех же годах, 50-х, тоже ну, делали и безладовые, чтобы добиться того звука контрабасного, красивого, но тихо это все было, нужно было что-то придумать. Ну и придумали, естественно, по схеме электрогитар, звукосниматели, так же самое, вырезали дырку в деке и вставили в бас-гитару звукосниматели, грубо говоря, контрабас, первые были бас-гитары, очень похожи на контрабасы, и держали их вот так же самое, как контрабас. Был тоненький, гриф, все дела. И тоже звукосниматель. Ну, опять же, не всем вот так удобно. С появлением рок-музыки, всяких отраслей, таких вот, ну, как бы не только там джаз. Джаз перерос что-то большее, он дал большой толчок для всех остальных музыкантов. И человек захотел плясать на сцене, прыгать, танцевать. Ну, как бы так неудобно, это, я не знаю. Сидеть хорошо. Ну, вот и все, сделали, в принципе, подобие идентичной электрогитаре. Рок-музыка без бас-гитары – это не рок-музыка. Это ритм-секция вместе с барабанами. Бас-гитара делает свое дело. Они делают движение такое вперед просто. Сама гитара и бас-гитара в классическом ее виде строят одинаково. Одинаковый строй, просто бас-гитару сделали четырехструнную без двух нижних струн, как у гитары. Строй одинаковый, но одно отличие, что бас-гитара строит на октаву ниже от обычной гитары. Но ощущение, что оно ниже, чем в октаву, потому что длиннее мензура у бас-гитары и толстые струны. Но всего лишь разница октава. Но ощущение из-за того, что толстые струны, низа, субоктавы эти все идут, такое ощущение, что ну, ниже. Чотири струни. Чи існують бас-гитары с якоюсь іншою кількістю струн? Ну, чотири струни – это как бы классика. Контрабас четырехструнный классический, бас-гитару сделали четырехструнную. Для человека, который, в принципе, умеет играть и там, я не знаю,
как говорят, фирмач, он тебе и на двухструнном басе сыграет. Ну, то, что нужно. Просто струн начали развивать люди, в основном, когда вот музыка начала очень сильно развиваться, начали думать, что бы еще придумать, как бы разнообразить спектр звучания. Начали потихоньку добавлять. Добавили пятую струну на бас-гитару, тоже нижнюю струну добавили, чтобы как в гитаре была. И начали, ну, чтобы бас-гитара заполняла больше спектр частот. И для удобства игры еще делали. Потом добавили еще одну струну, шестую, чтобы полностью как гитара строила, только бас, все на октаву ниже получается. Ну, сейчас уже есть и семиструнные гитары. Я играл на семиструнном безладовом басе. Такой просто космический звук инструмента, невероятный. Уже есть и восьмиструнные, и двенадцатиструнные бас-гитары. Просто человек всегда хочет совершенствоваться. Ему, ну, музыканты, что я могу сказать. До речі, на базі бас-гітари на початку 70-х років Емметом Чепменом було створено інструмент під назвою «Стік», який нині набуває все більшої популярності. Сказав, що бас-гітара і рок-музика – це речі, які не можна роз'єднати, розірвати. Яку функцію виконує бас-гітара в рок-групі? Ну, в рок-групі бас-гітара, ну, я би навіть сказав, це почти одне ціле з барабанами. Якщо, конечно, ритм-секція. Ну, ритм-секція, звісно. Якщо, звісно, толковий барабанщик и толковый бас-гитарист, они делают чудеса. Просто они могут вдвоем такой концерт дать без ничего. Без гитары и даже без вокала. Ну, поэтому, собственно, я начал на бас-гитаре играть. Я так раз пришел на концерт, послушал, такой думаю, блин, круто, попробую поиграть. Как бы, вот, пришлось связать свою жизнь так надолго, я думаю, с бас-гитарой. Які головні прийоми гри на цьому інструменті? Адже я так думаю, що щось повинно бути дуже цікаво. О, зараз стільки є способів грати, там, як угодно. Ну, там, в принципі, самые простые. Там... Пальцями, да? Ну, да, да. Пальцями є такий прийом, як тепінг, слеп. А можна почути, побачити? От все, все, що... Хорошо. Сейчас. Так, пальцами. Берем бас-гитару, сюда ставим руку, берем пальцы, ну, у кого сколько есть, можно двумя, можно тремя, можно одним, и вот, играем. Ну, примерно как-то так. Можно, чтобы было проще, сыграю тот же рисунок, только слэпом, приемом слэповым, допустим. Что такое слэп? Поясните нашим глядачам. Берем опять же эту руку, ставим сюда, берем опять же пальцы, только делаем как мартышечка, вот так, как банан держит. Этим пальцем большим бьем сюда, по грифу, по ладу, ну где у вас звучит, со временем научитесь бить где угодно. И остальными пальцами, любым можно, кому каким удобно. Никого не слушайте, играйте так, как вам удобно. Подцепляете струну. Выглядит это примерно вот так. Ну, и в чем суть этих всяких приемов? Что можно их комбинировать. Допустим, да, ну, как бы, ритм-секс идет с барабанами, чтобы было красивее, можно сыграть примерно такой рисунок. Как-то так, ну, примерно.
Есть такой еще прием, как под названием тэппинг. Выглядит тэппинг так. Лучше, можна хуже, хто як вміє. Ну, дуже цікаве звучання. Можна навіть не використовувати інший інструмент, от слухати теппінг і вже якісь такі атмосферу цікаві. Хто вміє хорошо це робити, то взагалі заслушується, просто невозможно. Традиційне наше питання. Яка головна таємниця інструмента, в даному випадку бас-гітари, на твою думку? На мою думку? Яка головна таємниця? А я от не знаю. Отверстия якісь є, без поняття, що вони там такі, навіть не знаю. О, десь так. Через те, що свого часу я навчився грати на такому інструменті, як гітара, грати на басу я цього разу не буду. І так зрозуміло, що якісь звуки в мене вийдуть. Але мене зацікавив такий прийом гри на бас-гітарі, як слеп. Тому зараз я буду намагатися вивчити ази цього басового звуковидобування. Отже, слеп. Так. Береш руку отак. Чуть-чуть слажуєш її. Да. Ставиш от сюди. Угу. Став. Этим пальцем, указательним либо средним. Ну, примерно. Смотри. Да-да-да. Чуть-чуть вот сюда. Вот руку. Вот угу. Так. Вот ты поставил, чтобы тебе тоже удобно было. Бьешь. Бей. Ударил и отпустил, да. Теперь этим подцепляешь. Средним подцепляешь. Ну, где-то так. А вот теперь быстрей. Двойной. О. Ну все, почти получилось. Ну, в смысле, получилось, но почти заиграл. Отже, мушу зробити, так би мовити, офіційну заяву. Щоб навчитися пристойно грати на бас-гітарі та й взагалі на будь-якому інструменті, треба проводити з ним набагато більше часу, ніж з коханою людиною. Ось так. Гітара, яку ми сьогодні спробували дослідити, не тільки підсилює барабани і створює певну музичну забарвленість того чи іншого твору, але й є невід'ємною частиною рок-музики. І якщо ви почуєте, що десь існує група, в складі якої немає бас-гітари, це означає те, що ця група не має до рок-музики жодного відношення.